Also, wir sollen erklären, ist deine Strafe in Frankreich, Angel ohne Angelschein, ist 136 Euro. Und wir können, wenn wir wollen, auch die Route mitnehmen und so. Okay. Das ist nicht mein Problem. Er ist mit einer Angel zum Angeln. Er angelt. Ich habe ihn gesehen. Er hat keinen Angelschein, er darf nicht. Wenn sie aber keinen Führerschein, dürfen sie nicht fahren. Einfach. In Frankreich ist das so. Wenn sie sind mit französischen Regeln nicht einverstanden, können sie ruhig in Deutschland bleiben oder in Deutschland die Fischereipass machen oder angeln in Deutschland. Okay? Что Артур там поймал? Это, наверное, кит? Это, наверное, кит. Наверное. Смотри, как он приветствует тебя. Привет, Санек! Привет! Всем привет! На рыбалку выехали с Артуром опять. Я вот хаваю. Мелюзга клюет. Вот такая мелочь. Что-то с погодой, не знаю. Вода упала. Ой, а что там? Что там синее? О! Что там? Что делают? Херней занимаются. Что-то с рыбой пока плохо. Там он забыл, как его звать, с Румынии. Он живет здесь, в Германии, с нами поехал. Сейчас еще Рома должен подъехать. Подписчик мой. Тоже недалеко здесь живет, 100 километров. Наше место занято, мы там всегда ловили. Вот теперь везде корабли стоят, блин. Ну, посмотрим. Будем ловить, что клюет. Так, вот Рома приехал. Всем привет. Знакомиться. Я с сыном и племянником. А что, клюет плохо? Вон вот такая, вон, видишь, попадается мелюзга. А там на шпице вообще ни хрена. Там мы 2 часа были, а там его такого поймал, и все. Хотели. Вот туда мы хорошо ловили всегда. А туда, видишь, теперь катера все стоят. Вот такой здоровяк, блин. Артур накаркал, дождь пошел. При дожде лучше клюет. А че ж ты не ловишь, блин? Промокли, блядь, как эти. Дождались, пока теплоход уйдет. Начало клювать, блин, дождь пошел. А теперь ждем, сидим. Не дыми на мою камеру. А Рома, по-моему, там остался, да? Это двое пробежали.
Он, по-моему, в плаще там сидит, ловит еще. Че, немцы, блядь? А? Эй! Это чистые немцы. Один с Украины, правда, один с Румынии. Шлюз! Так, дождь прошел, идем ловить дальше, блин. О, наполовину на промокли. А? Чего забирать? Тох. А ты не мог взять? Пойдем дальше кидать. Время есть еще. Я говорю, только дождались, пока теплоход ушел, блин, на наше место. О, Рома там ловит. Самый хитрый. У него плащ. Он, наверное, уже столько рыбы наловил, блин. Ну что? Не промок? Нет, чуть-чуть. О, маленький, блядь. Там, где вы были, это уже с правой стороны река большая. Да. А это, по-моему, так, это первый, да, рукав? Первый, там потом второй идет и... Такая мелюзга сегодня. Шнель, битый шнель. Давай, давай, быстрее. Это не простые, это Wasserschutzpolizei, habe ich gesagt, wenn ich bin angekommen. Ah. Ich war wahrscheinlich direkt. Vielleicht. Скидывай примерно бумаги.
Я знаю, ты скинь не мне, а Ромке. Скажи, пусть типа, любого письма. С любого письма. Там же и... Дроп-центр или там... Дроп-центр. Да. Любые дроп-центровские письма. Чтоб фамилия совпадала. Ну, примерно, чтобы на Диде письмо, фамилия написана на, и где на тебя адрес. Письмо приходило, там на меня есть. Письмо. Дроп-центр на Ярика письма где приходили. Главное, чтобы написан был адрес. И твое имя и... Мое имя и адрес. Любую бумажку, где написано мое имя и адрес. Haben Sie kein, finden Sie kein Papier mit Adresse drauf? Ja, ich habe eine. Ja, das macht nichts. Okay. Schreiben Sie mir das hier. Любой DJ-центр прислал, пришли мне фотку. Okay. Короче, скинешь любую фотку, где DJ-центр и мой адрес. Все, давай, скинь мне, давай. Schreiben Sie mir. Postleitzahl zahl auf. Ja. Сколько времени? Три. Also, wir sollen erklären, das ist deine Strafe in Frankreich, ohne Angelschein, ist 136 Euro. Und wir können, wenn wir wollen, auch die Route mitnehmen und so. Keine, okay. Das ist nicht mein Problem. Er ist mit einer Angel zum Angeln. Er angelt. Ich habe ihn gesehen. Er hat keinen Angelschein, er darf nicht. Wenn Sie aber keinen Führerschein, dürfen Sie nicht fahren. Einfach. In Frankreich ist das so. Wenn Sie sind mit französischen Regeln nicht einverstanden, können Sie ruhig in Deutschland bleiben oder in Deutschland die Fischereipass machen oder angeln in Deutschland. Okay? Ich muss warten auf ein Papier, ja? Das kommt im Briefkasten, also pro E-Mail und, na, und wenn Sie machen die E-Mail nicht auf, im Briefkasten. Also, tschüss. Tschüss. 160. Ой, это еще по-божески. Да, да, это не 4. Да я заплатил. Что-то как-то дешево совсем. В Германии там... Да нет, нужно посадить. А? Не, посадить не 400. Не, 400 евро. Да, вы попали на хорошую... Не, ну мы рисковали, что мы... Не, вы теперь знамениты для Ютуба, я снимал. Нет, всем привет. Ну что, Артур? Дорогие подписчики, не надо ловить рыбу без разрешения. Да, если у вас есть 160 ойра. Да, минимум, лишний. Да. Вам было прекрасно сказано, смотрите по сторонам. Ты тем более с удочкой. Вы стояли вот тут, болтали. Я и то заметил, я сидел кушал, я и то заметил, когда они уже вот здесь были. Может подойти, попросить? Да не надо ничего просить. Ты видел, какой он злой, он аж трёсся уже весь, блин. Красный здесь. А что они так злятся, я не понял. Чего не так злятся? То, что долго, видишь, да. Бумаги надо с собой таскать. Это, понимаешь, да. Что в Германии, да, что, да, что здесь. А тем более вы получаетесь, как эти, райзы делаете. И... У меня есть немецкий паспорт, я уже немец. Ну, да. С собой надо таскать, хотя бы фотку. Лучше пусть украинский видит. Чем... Вы едете в другую страну, тем более. Ну да, это хорошо, что они лучше украинские, да, может этот был. Здесь, я видишь, на границе они еще как-то так снисходительно, а если где-то в глуби Франции, там были бы проблемы, знаешь, сколько? Не 4. Эй, ты что, ловишь, блин? Домой же вроде собрались. Не, я думал, может подойти попросить. Не, 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 не. Чего? Пожалуйста, нет денег. Не, не работает, да? Вы живете же в Германии, получаете деньги. Я думал, если он как увидит ваш адрес Украины, думаю, может он смягчит, а видишь, нет, знаешь, бесполезно просить. Им нужны деньги. Они, это их не работа. Ну да, конечно. Нет, никто нет. Мы, я знал, я шел на это. Слава богу, хоть не 400, я же говорю, ну, фиг с ним, ну, что тебе сделать.
В Германии, по-моему, 1000 евро штраф. Да там, да, в больше? Германии даже удочку, я с удочкой даже к берегу не подойду. Это я знаю, в Германии вообще жесть. Да, вот хотели прощаться домой ехать, теперь такая ситуация. Ну, как говорят, это, на ошибках учатся, да? Ну, не, ну, понятно, да. Все. Теперь можно ехать домой. Теперь можешь ловить дальше. Да? Конечно, все уже. Он может ловить, у него уже штраф есть, блядь. Давай, пошел. Блин. А что, не спросили, можно дальше ловить? Да, смех смехом, ну, это тоже деньги хорошие. Да, я думал тоже больше, я думал. Что-то... Алло. Так, Артур решил напоследок сама поймать сомика. Посмотрим, что он там. Ну-ка. Блин, он дергается как большой, да? О, блин, а? А? Тигры клюет сейчас? Да уже и так два мешка наловили, блин, куда его? Выкидывать все равно сдохнет. Ничего страшного. Хоть не 400, фу, слава богу. 160. 160. 160. 160 чем-то. 163 вот. 163 он сказал. Ну с. Да уже что-то рыбалка уже это зацепилась. Да. Это опять тоже место у меня. Там всегда большой окунь сидит. Он клюет, блядь, и это за корягу цепляет. Так, все, нарыбачились. Не прощаемся с вами. Пиво попили. Ждите, отдохнули. Ждите следующих новых приключений. Рыбалка во Франции. Продолжается? Продолжим, конечно. Только уже не одна удочка будет, а три, да? У меня еще много друзей, знакомых, которым я не расскажу всю эту ситуацию. Ну, в Ютубе посмотрят. Так, ладно. Добренько, все, счастливо, рад был познакомиться. Давайте, да. Мы... Бля, на телефоне, на созвоне. До свидания. Да. Созвонимся. Что там, если будете сюда ехать, когда все еще? Завтра. Он завтра едет. Завтра. Я завтра отдыхать буду. Он молодой. У него здоровье, силы больше. Так же, Артур? Конечно, и солярия бесплатная. Да. Все, счастливенько. Давайте, ладно. До следующего раза. Да. Все, и вам всем пока. Всем удачи.